Что купила в Ашане? Такое печенье юбилейное с овсяными хлопьями. Оно также подойдет на постный день. 80 рублей 99 копеек. Оп. Так, сникерс 49,90. Смазала. Взяла два сникерса. Вот эти вот сырочки. Обожаю. Святогорье с ванилью. Вот это для меня самые-самые вкусные. Сырок творожный с карамелью глазурью. 29,90. Скидка, взяла две штучки. Нам с мужем побаловаться. Затем взяла десерт крем-брюле. Обожаю. 29,90. С пеканом взяла три штуки. Просто, знаете, вот не оторваться. Не оторваться, какая вкусная там. Далее шоколад Степ. Никогда не пробовала. Думала, ладно, надо попробовать. Арахис с карамелью. 39,90. Вот. Ну что, что делать? Надо попробовать. Дальше купила бананы. Три банана. Именно люблю вот, вот такой сорт. Вот такую крапушку. Он, по мне, так самые вкусные бананчики. 39,78. 534 грамма получилось. Затем яблоки Golden купила. Значит, за килограмм 89,90. Я взяла 468 граммов. За 42, то есть отдала 42 рубля 7 копеек. 3 яблочка. Люблю это дело. Затем мороженое за 199,90. Ну, считайте, 200 рублей. Вот это вот такой вот, знаете, ванночка с ванилью, с черной смородиной. Очень вкусное вот это вот мороженое. Затем взяла шкласснику-то. Вот такой горшочек. Решила попробовать его. А прекрасно, знаете, он прекрасно встает. Надо вообще все такие. Жалко, нету маленького, но это 12 сантиметров. Горшочек. Он не обошелся. Поддончиков. 44 рубля 99 копеек. Но его, да, я его тоже купила в Ашане. Что-то потом в обе. Нет, тоже в Ашане. Вот. Отличный, мне кажется, отличный такой. Очень удобный. Вот. Мороженое убираем пока. Затем вот такую булочку. Хлебный завод Арнаут. Йогуртовая булочка, между прочим. С клюквой. Ягода плюс йогурт. Ну, как-то, не знаю, но решила попробовать. 86,99. Представляете? Дальше. Вот это обалденная булочка. У меня муж ее очень любит. Это восточный пирог халяль. 103 рубля 99 копеек. Сегодняшний день. Очень вкусная. Очень вкусная. И муж ее обожает. Вот такая булочка. Затем купила молоко. Себе взяла с сахаром. Это 100% на растительной основе. Так. Сколько же оно здесь стоит-то? Кукумума. А вот. 134 рубля 90 копеек. А без сахара вроде бы у них цена разная. Если я не ошибаюсь. Да. Без сахара 134 рубля 63 копейки. Выкинули сахар. Минус сахар. Так, а я не знаю, показывала я или нет. Ацетобифилинчик, обожаю его. 39 рублей 99 копеек. Да, склерозница. Очень люблю ацетобифилин. Именно вот это вот клевер пискаревский. Это у нас фабрика. Вот. Обожаю, обожаю. Вот. Что зависло, не знаю. Пол-литра. Ну, и в обе купила. Посмотрите. Вот такую орхидеечку. По уценочке за 164 рубля. Хорошая оценка по мне так. Отличная оценочка, мое мнение. Вообще прекрасная оценочка. Основание вроде как все хорошо. И корешочки тоже. За 164 рубля. Сейчас я ее сразу пересажу. Если это Елена, конечно, огорчительно, потому что Леночка у меня есть. Ну, что делать будет, так потом кому-нибудь подарим. Вот. Ну, все. По-моему, все. А, кальмары я купила. Кальмары, тушка кальмара, там, килограмм 219 рублей. Скидка. Я отдала, так как я 2 килограмма взяла, 422 рубля 67 копеек. Ну, тут не совсем
2 килограмма, кило 930, как указано. Но я убрала сразу же в морозильную камеру, дабы она тут не лежала и не растекалась. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепко-крепко здоровья, не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желаний, чтобы все у вас было хорошо. Ну, берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек, балуйте их по возможности. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания, что это разное, верное свидание. Всем до новых встреч, до свидания.